Коли ж він розпочинається, той самий страшний для батьків підлітковий вік? Подростковый возраст у нас начинается вот где-то с 10-11 лет и продолжается до 16 лет. Где-то так. Потом переходит в юношеский возраст. Что происходит с нашей дитиною, яка розпочинає дорослішати? Ребенок начинает осознавать, что он уже или еще ребенок и уже становится взрослым. То есть происходит внутренняя борьба. Я хочу, чтобы ко мне относились как к взрослому, а ко мне относятся как еще как к ребенку. Здесь возникает реакция протеста. Как это так? Я буду делать все назло, чтобы добиться своего. Что важно зрозуміти батькам? Его нужно поддержать в любой ситуации. То есть не дать ребенку уйти куда-то в чужие компании, потому что очень часто в этот период дети становятся зависимы от мнения другого. Они тянутся к более старшим подросткам и зависят от него, от его мнения. И здесь очень важно, чтобы родитель стал другом. Вот в этот период родители должны становиться друзьями своим детям. Це буде неважко стати дитині другом, якщо до початку дорослішання була правильно побудована система виховання. Бесідували з дітьми, ходили вместе з дітьми, займалися з дітьми, то і здесь далі буде ребенок продовжувати. Тобто він буде розказувати родителям, що і як відбувається. Все равно ні один родитель ніколи не збіжав подросткового возрасту свого ребенка. Що означає стати другом для дитини? Мы должны осознавать, что мы все-таки взрослые. То есть любое изменение в ребенке принять. Если ребенок хочет ходить там в одном черном или одном розовом, пусть ходит, это пройдет. Потому что мы очень редко видим, что взрослые ходят в одном черном или в одном розовом. Да? Если ребенок там хочет пробить уже там, ой, как терпится, ухо, нос, там. Ну дайте ему почувствовать, что это, если это не вредит ему здоровью. Все-таки он все равно это сделает. Поверьте, он все равно это сделает тайно. Так лучше его взять, пойти в какой-то косметический салон там, или в больницу, что, где это сделают в стерильных условиях, а не где-то там дома у кого-то. Да? Хочет, ну поносит, потом зарастет. Ничего страшного в этом нету. То есть принять и понять его, вспомнить себя, как мы вели. І не повіримо тим батькам, які скажуть, ми такими не були. Не було у нас ніякого підліткового віку. Повірте, був підлітковий вік. І може він протікав по-другому. І нашим, тобто родителям, родителі, тобто теж було тяжело.